Хасавюрте активно развивается ход работы по реализации федеральной программы формирования современной городской среды. Благоустраиваются две общественные и одна дворовая территории. На сегодняшний день в мини-парке на углу улиц Грозинская и Алиева установлен новый фонтан, фонари и ограждения. Уложена тротуарная плитка, ожидается установка скамеек и посадка зеленых насаждений. По улице Датуева новый бульвар огражден парапетом, на котором близится к завершению работа по обшивке кафелем. Выделена зеленая зона, куда будет засыпан грунт. К завершению подходит также и дворовая территория по улице Даудова 1-1А. Там уже установлены фонари, сформирован навес для зоны отдыха, выделен участок для озеленения территории. Завершилась установка ограждений и асфальтирование территории. Ожидаются работы на детской игровой площадке. Как пояснил главный технадзор управления коммунального хозяйства Алибек Балаев, работа планируется завершить до конца декабря 2018 года. Напомним, реализация программы формирования современной городской среды в 2017 году в Хасавюрте, в результате которой было благоустроено 4 дворовые и 1 общественная территория, получила высокую оценку экспертов. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».